Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna.
Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare, Hare, Hare.
Thank you.
Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama.
Подскажите, пожалуйста, а как относиться к тому, когда вот во время либо джапы, либо киртана, когда есть святое имя, но вместо святого имени, ну, как бы погружения, ум начинает креативить, он начинает что-то, много идей начинает приходить, такая вот как бы активная деятельность, он начинает что-то думать, куда-то погружаться. Связано с преданным служением? Да, вот именно какие-то вот развития служения, какие-то идеи начинают идти. А тебе хочется, наоборот, либо на киртане посидеть, либо джапу почитать, а вот ум начинает вот развивать. Энтузиазм в страсти. Это энергия страсти, значит, есть. Хорошо. Если мысли о преданном служении, это неплохо. Это не относится к грязным мыслям, нет. Это позитивно. Но это не чистое, конечно, воспевание. Но это неплохо. Во время джапы или киртана могут переходить какие-то
хорошие идеи, планы, чтобы что-то предпринять, что-то сделать в создании Кришны. Но так оно происходит. Когда Прабхупада отдавал тоже лекции, киртаны проводил, он спрашивал преданных, вы вдохновлены? Говорит, да, теперь идите и расскажите другим. А они шли и знали уже, что делать. Уже знали, что делать. Все это из воспевания, естественно. У нас есть природа, энергия, она начинает работать. Это не проблема. Важно быть занятым, чтобы это не переходило в фантазии просто. Но чистое воспевание, но не связано с мыслями, а даже о преданном служении. Больше связано со вкусом отношений со святым именем. Гурудев, а кто такие ангелы и в чем их служение? Ангелы, кто такие ангелы? Ангелы? Да, да, да. А вот ангелы сидят. Не узнаешь, что ли? Я узнал, просто хотел у вас еще дальше. Ты поэтому и спрашиваешь, что да, узнал. Да. Ну, по именам называть надо. Ангел не тайм ангела, допустим. Рожеши ангел тоже, видите. Ну, с виду-то все ангелы. Экараса тоже ангел, и Джаганнат в Пури тоже с виду похож на ангела. А тут вообще сказка, смотрите. Так, если посмотреть беглым взглядом, у нас есть такая природа, хорошая у всех. Можно сказать, что мы имеем такую природу тоже, и поэтому можем стать ангелами на высших планетах, потому что у нас есть эта природа тоже. Можем стать демонами на других планетах, потому что это тоже есть это у нас. Видите? Мы человеческие существа, которые в себе вмещают и божественную, и демоническую смешанную природу одновременно. Поэтому иногда мы действительно как ангелы действуем и чувствуем, иногда как демоны тоже получается. Иногда как ученые рассуждаем, иногда чувствуем, что мы просто глупцы какие-то. То есть это вот человек. Но ангелы, если их о природе говорить, они всегда должны быть ангелами. Гандхарвы, например, относятся к этому разряду не только. Они великолепные танцоры и певцы, лучшие считаются во Вселенной. И очень смелые воины при этом. Они склонны обманывать, постоянно обманывают. Постоянно обманывают. Коварные. Природа такая. Это природа тех ангелов. То есть не все ангелы – ангелы, видите, не во всех тоже отношениях, потому что это все-таки материальное тело. Материальное тело. Они могут обмануть человека, обмануть еще кого-то могут ради себя. Только на Вайкунтхе тела абсолютно чистые, духовные. Но даже полубоги они склонны хитрить и интриги плести, что это все же материальное тело. Даже Брахма творит вселенную с двойными мыслями. Смотрите. С одной стороны, он хочет, чтобы живые существа исполнили волю Бога и освободились. Это его преданное служение. С другой стороны, хочет создать им условия для их чувственных наслаждений. Материальный у него есть мотив и духовный мотив тоже. У Творца Вселенной уже есть два мотива. Значит, все остальные живые существа тоже в этой двойственности они развиваются по-разному. Но человек считается самое лживое существо из всех. Он даже себя обманывает, умудряется. Поэтому мы далеко не ангелы, если так уж честно сказать. Но на киртанах мы точно похожи на ангелов. Когда мы сосредоточены на святом имени, поем, танцуем, да, мы можем произвести сильное впечатление на окружающих людей. Главное не прекращать это делать. Что впечатление можно испортить. Я сразу же пришел вопрос, а кто такие черти? Ведь есть асуры, то есть полубоги, демоны, ангелы. Это параллель проводится или это все-таки другая категория? Это христианская черть? Ну, правильно? Почему христианская?
Реально существуют такие существа. Они не христиане вообще. И не кришнаиты. Вообще о них не говорят, потому что когда они говорят, они сразу приходят сюда. Им интересно. Особенно, да, вечером. Это время как раз темных сил. Вот. Но это не буду говорить, кто. У нас тоже есть такая сила в каждом человеке. Но именно этой силой мы, обычный человек, ну, как бы разумный человек, нормальный человек, скажем, нормальный человек, он больше всего стыдится этой своей стороны. Больше всего на свете стыдится этой стороны. А эти существа, кто же ты сказал, не стыдятся абсолютно. Они прям на показ демонстративно все это делают. Любые самые отвратительные вещи, которые может человек придумать, они это делают. Тонкие. На грубом плане мы не видим их. Но в смысле есть люди, которые могут такие качества тоже обретать. Почему нет? Под воздействием алкоголя или других таких вещей подобных. Они могут проявлять физически такие качества тоже. Самые отвратительные. И не стесняют. Даже наоборот, они наслаждаются. Наслаждаются? Наслаждаются, да-да-да. Смотрите, любая вещь, которая кажется отвратительной, если она войдет в наш ум и чувства, человек начинает наслаждаться этим. Даже взять депрессию. Почему трудно вывести из депрессии человека? Он наслаждается этой депрессией. Вот какая штука. Извращенное наслаждение. Если проникает вглубь его сознания, ну вот мы видим много таких как бы людей, угрюмых на улицах. Их трудно развеселить, как-то они раздражаются, когда юмор слышат какой-то, или безобидную шутку, они сильно обижаются, такие вот люди уже пораженные психически, безрадостные. То есть в сознание, в ум вошла вот эта вот энергия. Депрессия. Очень трудно потом это изменить. Поэтому нужно повторять Харе Кришна очень внимательно, чтобы вычистить все это лишнее оттуда. Отвратительные эти энергии. Четта дарпана маджанам бхавамагада вагнирвапанам шрия карава чандрика витранавидя отхудживанам ананда бурти вартханам пратипадам пурнам притасваданнам сарватмаснападам парам виджайта шри Кришна санхиртанам. Четта дарпана маджанам, говорит, это вот пыль, накопленная за много-много жизней, покрывающий сердце, ум, очищает санкиртана. Одного имени Бога достаточно, чтобы очиститься. И никакие лекарства другие не помогают, видите. Только тормозят еще, тупее человека делают. Например, у меня болит совесть. Я иду к психиатру. И тут таблеточка. И ты не услышишь совесть. И все будет нормально. Вот что происходит. Говорит, помогает? Психиатр помог мне. Молился там, что-то еще. Не помогает. Таблеточку принял. Нормально. Никакой совести нет больше. Она меня не мучает больше. Тупость пришла. И говорю, хорошо. Счастье в невежестве. Почему, Господь, прямо такой мотив создать, ну, мироздание для наслаждения? А ты как хочешь? Расскажи, как ты планируешь? Если бы ты была Брамой, ну-ка. Не знаю. Если бы ты была Брамой, ну, говори. Я бы, наверное, не создала. А что бы ты создала? Ну, ты творец. Что бы ты сотворила? Духовный мир, он уже есть. А его задача состоит именно материальный мир, мир двойственности. Он для этого приходит, это живое существо становится Брама для этой цели. С этими желаниями, с этой обусловленностью. Брама – обусловленное живое существо. Это материальный мир, джива-татва. Он не Кришна. То есть, получается, он наслаждается этим? Да? Иначе он не был бы творцом. Этим мотивом. Он хочет это делать.
Нужно понять правильно. Брахма необычный материалист, не смешивайте его с человеческим понятием. Он трансценденталист, но у него также есть материальные обязанности. Мы трансценденталисты, у нас есть материальные обязанности. Тогда я скажу, если ты душа, зачем ты ходишь на работу, зачем ты вышла замуж, зачем ты все это делаешь? Твой вопрос именно в этом заключается. Ты же духовное существо. Как бы ты ответил на этот вопрос? Зачем ты все это делаешь? Долг. Также у него есть долг, то же самое. Но не означает, что ты плохая или он плохой. То есть это его путь тоже к Богу. Это становится нашей обязанностью, если мы имеем материальные желания, с этим накладываются обязанности. И тогда мы законно существуем в этом мире с обязанностями. Если мы отвергаем обязанности, это незаконно. Наслаждаться, не имея обязанностей, значит, за счет кого-то. Это незаконно. Если никого не эксплуатируем и выполняем свои обязанности, наслаждаемся, мы можем продвигаться к Кришне таким путем тоже. Но про вредите марк, не вредите марк, есть два пути. И Брахма, он дает то и другое. И не вредите, как духовный учитель преемственности, начало, да, цепи преемственности, это не вредите марк. И прав вредите марк дает различные условия для различных других путей и существования. От него исходят все эти ведические направления. Но если говорить с точки зрения как бы духовного мира, Брахма обусловлен этими задачами. А если с нашей точки зрения говорить, Брахма, он практически, почти равен Богу по качествам. Мы не отличим, если увидим Брахма. Мы не сможем различить на нашем уровне. Не говоря уже о Шиве. Поэтому даже мудрецы, им трудно было понять, есть Брахма, Вишну, Шива. Кто из них Бог вообще? Выглядит равно все для них. На самом деле далеко не равно все. И они сами об этом говорят. И Брахма, и Шива говорят об этом. Вот в Бхагаватам, в Друве Лиле описывается, что когда он стал преданным, он уничтожил плохую карму, совершая аскезы, а благочестивую карму, наслаждаясь. Вот можно ли какой-то отсюда для преданных практический урок вывести из такого рода уничтожения кармы? И как это вообще может быть применимо к нам? А что именно применимо? Вот то, что Друва Махарадж, он уничтожил плохую карму аскезами, а благочестивую карму – наслаждениями. А вопрос? Вопрос в том, вот эта его практика применима как-то к преданным, или есть ли какие-то параллели? У нас. Одно и то. Каждый к каждому применимо. Как исчерпывается плохая карма? Как вы скажете, что такое плохая карма? Где она? В чем? В трудностях, верно? Она проявляется в каких-то трудностях. Например, болезнь может прийти, или недостаток денег, или какое-то напряжение в отношениях, там начинаются действия какие-то. Это, значит, требует терпения и выдержки, аскезу нужно принять. И как хорошая карма реализуется? В наслаждениях. Приходит счастье, и мы наслаждаемся счастьем. Оно исчерпывается. То есть, это само по себе. Если же мы хотим сами какого-то счастья обрести, то мы продолжаем эту карму. Если само приходит счастье, несчастье, само по себе, мы ничего с этим не делаем. Просто как аскезу терпим и наслаждаемся, не пытаясь удержаться на этом уровне и продлить наслаждение, то это просто карма проходит мимо, сгорает. И не создаем новую карму. То есть эту жизнь мы так и будем жить, то наслаждаться, то страдать, потому что карма у нас смешанная. Мы просто терпеливо то и другое, равнодушно относиться. Наслаждаюсь сейчас, хорошая полоса жизни. Я должен понимать, это тоже скоро кончится, это же временно. Не надо привязываться к этому. Спокойно, все, не надо привязываться к этому. Страдаю сегодня, у меня день неудачный. Он тоже пройдет, ничего страшного, потерпит карму просто. И все. Но материалисты что говорят? Ой, страдаю, нужно что-то делать.
И вот когда они начинают что-то делать против этих страданий, их карма усугубляется еще больше. О, как я счастлив, я не должен потерять это счастье, я сделаю все, чтобы это счастье не потерять. Я привяжу этого человека к себе, я привяжусь к нему, я все это сделаю, я все выполню его желания, лишь бы только это никогда не кончалось. Вот эта вот привязанность. Значит, я начинаю совершать лишние действия. То есть карма продолжается таким образом. Читан Чандра, мне показалось это интересным. Исчерпывается хорошая карма наслаждениями, да? Она исчерпывается. То есть мы заработали хорошую карму, чтобы наслаждаться, и мы наслаждаемся. И мы наслаждаемся, так исчерпываем ее. Она заканчивается. А интересно, сами как наслаждения? Деньги? Пошел в магазин, они быстро кончились. Денег нет, в магазине нечего делать, все, ушел. Так же хорошая карма. Гуру Махарадж, вот вы сказали сейчас, что мы должны, не должны противодействовать. Но вот болезнь приходит, это плохая карма, мы же должны противодействовать, то есть мы не можем ее запустить, то есть мы какое-то противодействие совершаем. Как вот в этом случае? Противодействие нужно рождению, старости, болезням и смерти. Вот эти четыре вещи нужно изучить. Мы противодействуем. Это факт. Но если мы противодействуем на материальной платформе, это создает новую карму. Ну, посмотрите, сколько медикаментов в аптеках. Их уже сотни тысяч за это время создано. И что? Здоровье лучше становится у людей. Вот странная вещь какая-то. То есть эта деятельность, вот эта карма, она не помогает, только ослабляет иммунную систему. То есть они бомбардируют какими-то химикатами, какими-то средствами нашу иммунную систему, наши клетки, там, нашу биологическую сферу. Они фактически не знают, как оно устроено, они экспериментируют просто. Потом говорят, о, это вот препарат нужно снять с производства. Он, оказывается, такой вот эффект, через 20 лет они доходят до них, допустим. И фактически все препараты нужно снять с производства, по идее, потом. Если мы посмотрим, что они на самом деле, какой эффект производят. Нужно оставить ту медицину, которая лечит, не лечит болезни, а поддерживает жизнь. Ну, то есть аюрведа, то, что дано ведами. Но поскольку они создали новую карму в этой области, они запутались. Аюрведа не работает сегодня. Тело человека для аюрведы уже не предназначено. Да, таблетку не пьет и ночью не спит, преданный, да, и с утра не может нормально джапу повторять. То есть в этом плане можно ли сказать, что вот эта таблетка, она каким-то образом, ну, поможет? Пожар, долги и болезни гасить нужно сразу же. Это долг. Это не карма, это долг. Дхарма. Потому что я поддерживаю здоровье, нормальное состояние для преданного служения. Не для кармы, а для преданного служения. Это правильно, это нужно делать. Нужно делать это в соответствии с ведическими предписаниями. Чтобы не создавать лишних беспокойств, этих проблем побочных. В знании, то есть это делается в знании. Они же хотят не просто таблетку создать от головной боли, они хотят создать такую таблетку, чтобы вообще никогда голова не болела. Знаете, до чего они дошли? Идеи какие. Причем они хотят воплощать эти идеи. Они хотят взять мозг человека и создать полностью искусственное тело к нему, чтобы не было никаких болезней. Вот такие идеи сегодня есть. Это карма. Это плохая карма. Ну, я... Тогда задам еще один вопрос, если никто не хочет. Шримад Бхагаватам, по-моему, в 10-й песне говорится о том, что то, что я сейчас помню, о том, что свита Махараджи Уграсена насчитывала 300 триллионов человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Квадриллионы. Квадриллионы там были. Не триллионы, больше еще, квадриллионы. Я просто сел, посчитал, мне было интересно, я посчитал и... Получилось так, что вот я посчитал, что каждый человек будет стоять и квадратный метр площади занимать. И получилось, что вот вся
Но площадь, на которой они просто стоять будут, будет, по-моему, то ли в 3, то ли в 4 раза больше, чем площадь современной Индии. Да? Индия? Да, просто они не будут, они двигаться не будут, просто стоять будут. Вот, и у меня такой вопрос, зачем ему такая свита большая нужна? Это вопрос как бы измерений. Мы не знаем, как была устроена Дварака, потому что сам Кришна создал ее и сам лично жил со своим окружением вечным в том месте. Там она вмещала в себя больше богатств и пространств, чем планеты полубогов. То есть на физическом уровне мы не можем это представить, Двараку. Даже 16 тысяч дворцов мы не сможем представить в одном городе. Таких, как там описываются. Это невозможно представить. Например, вот в этом помещении сколько сейчас нас, сколько сейчас живых существ, как вы думаете? Ну, то, что мы видим, мы посчитаем, вот, ну, все, что мы видим. Но, а если мы, что, то, что мы не видим в других измерениях, просто мы не контактируем с этими измерениями, с другими измерениями, поэтому нас это не касается. А с Кришной это контактируют все измерения. Вся Вселенная со всеми измерениями одновременно. Тогда сколько же было населения в Двараке? Если по измерениям пройтись, тут мы не сочетаем, сколько живых существ вот в этой квадратуре, в этом объеме. Так, Кришна, он для всех Бог, для всех изменений, для всех форм жизни. Поэтому да, так говорится, но я не думаю, что возможно это нам представить. Как это можно вот физически представить? Так же, как мы не можем представить 4 руки. Или 8 рук у него, или даже 1000 рук есть у него. Где они крепятся там? Сколько лопаток нужно? Ну? Это какой нужно торс иметь, да, чтобы эти лопатки прикрепить, 1000 рук. Это физиологизм, да, и мы видим, что какая-то страшная вещь получается, если создать такую модель. Она некрасивая. Шишупал родился с 4 руками. Но это было уродство. Они испугались. Это страшно выглядело. Но когда мы видим Вишну с 4 руками, этого нет. Это духовная форма. Поэтому когда-то мы увидим все это собственными глазами. Не на материальном уровне. Дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. А если вот человек приехал к вам во Вриндаван парк и завтра улетает в Москву и хочет продавать квартиру, переезжать на землю, совсем по-другому начинать жизнь, это нормально вот сразу прям уже предпринимать нужно решение? Нужно проверить человека этого на нормальность, да. Ну, потому что можно делать много глупостей. Это случилось еще в начале 20 века, когда впервые западный человек один, ну, люди узнали об ашрамах в Индии духовных. То есть мы знаем здесь о монастырях. Вот у нас есть примеры монастырей в христианстве. Уже в мусульманстве нет монастырей. А в Индии ашрамы, там йога, там трансцендентное знание. Он послушал одного имперсоналиста проповедь. Вот, он был богатым, он продал весь свой бизнес. Все деньги пожертвовал этот ашрам и уехал туда жить. И всю жизнь потом жалел, что это сделал. То есть нельзя это делать в страсти. Это решение, ну, как бы, пока не обдуманное, еще недостаточно правильно. Хотя идея жить на земле вместе с преданными – это лучшее, что мы можем вообще делать, да, в нашей жизни. Но также нам нужна готовность и практическая готовность к тому, чтобы это делать. Это непростая тема, как жить вместе, рядом, в одном, как бы, вот, поселении, в этом организме, да. Мы обычно жили в своих квартирах, в своем доме и все. А тут мы живем не просто в своих домах, а мы еще вместе живем. Мы должны вместе что-то делать. У нас получается много дополнительных обязанностей. То есть это совсем другой стиль жизни. Нужно его изучить, нужно понаблюдать и потом уже принимать решения окончательно. То есть спешить не нужно.
Сначала сходить к доктору нужно, посоветоваться. Гуру Махарадж, вот я недавно читала про то, что мудрец Васиштха и Вишвамитра очень сильно поссорились из-за коровы. И Вишвамитра убил 100 сыновей Васиштхи, а тот хотел покончить с собой. У них какие? И они после этого дружат с тех пор. Они сотрудничают еще как-то. Как это может вот быть? Вот учись у них. Учись у них. Так мы учимся в этих историях. А вы знаете, если взять еще совсем недавнее время в Европе, взять историю Англии, например, они мечтали об идеальном обществе, о том, чтобы народ был счастлив, чтобы были святые правители. Там, в парламенте это обсуждали, там, короля они пытались как-то вот на уровне Бога, они понимали на уровне Бога короля. Они еще вот верили в вот этот рай на земле. И они все основывали свои как бы предложения и все свои суждения, критика ли это или предложения на священных писаниях. Вот вся теорит, которая думала о государстве, о развитии, об обществе. И они не боялись смерти ради этой цели, они не боялись отдать свою жизнь вообще. Почему это была такая могучая цивилизация Английской империи? Они были глубоко верующие люди. Но они были на уровне практицизма верующие. То есть их понимание Бога было как процветание, богатство, власть. То есть царь принадлежал как бы божественной категории у них, король. Не так просто было свергнуть монархию для них. Ее свергли потом монархию, потом парламент вступил в силу, демократия вступила в силу. Когда короли уже выродились, как бы, ну, потеряли качество. Но даже когда они потеряли качество, на них никто не осмелился поднять руку на короля. Даже хотя он совершал преступления политические и все остальное, все равно он был божественным. Это кто сделал? Как его звали, этого человека известного, англичанина, который сверг монархию? Сейчас я забыл, в истории это есть. Он это осуществил, монархию он упразднил в Англии. Потом все равно встал король после него, но уже не диктатор, он не был диктатором, он уже взаимодействовал с демократией. О чем мы говорим? Они были глубоко верующие люди, они не боялись смерти вообще. И как это было? В политике они не руководствовались личными неприязнью или симпатией, а только дхармой. Так же здесь, в этом случае. Ты рассматриваешь эти отношения с точки зрения личных симпатий, антипатий. Он мне навредил, и как я после этого могу с ним дружить? Ты так сейчас думаешь. Но это другой уровень сознания вообще. Васиштха прекрасно понимал, что раз это происходит, такова воля Всевышнего. Он не обвинял Вишвамитру в этом. Он говорил, что он еще инструмент. Он пытался осознать свое положение через него. И Вишвамитра, в конце концов, тоже там... То есть причина их ссоры была дхарма на самом деле. Они все равно опирались на дхарму. Потому что Вишвамитра думал, зачем браману такая корова? Он живет простой жизнью, нищенствует. Ему не нужно много ничего. А это Камадхену... Она может поддержать империю вообще, царство целое. Зачем такая корова какому-то одному браману, который не использует ее? То есть я царь, я должен иметь такую корову. Она защитит вообще весь мир, такая корова. Я должен обладать такой коровой. То есть это не была простая вот наша как бы светская жадность. Но там были отношения, вот в чем дело. Васиштха и Камадхена, там были такие отношения, что корова не хотела уходить к Вишвамитре. Она хотела быть с Васиштхой. Там была такая у них духовная любовь, такие отношения. А Вишвамитра, ну какая любовь? Тут царство нужно защищать и процветать. То есть практическое применение. На этом был конфликт брахмана и кшатрия. Он показывает, что брахмана и кшатрия всегда конфликтуют на этой платформе. На Свисконе то же самое. Есть люди чисто как бы духовные, проповедники. Есть люди, которые управляют, преданные. И между ними тоже вот такие же происходят вещи. Как между Васиштхой и Вишвамитрой. И мы не должны становиться врагами при этом.
попытайтесь понять, там эта история описана в другую эпоху, в другом сознании. Если перевести на уровень Кали-юги, то что мы должны сделать? Нужно убить Вишвамитру. А как? Он же убил сыновей, надо убить его. Не так ли? И Васишка слишком привязан был к этой корове. Единственное, зачем она ему нужна была? Ради чего он так сражался? Он тоже был привязан, что ли, к этой корове? То есть там описываются эти отношения, эти причины описываются там. Волю Бога поэтому трудно понять. Почему между классами есть противоречие? Скажите, зачем так создан мир? Богатые, бедные, умные, глупые. В социальном отношении столько неравенства. Почему так все неравноправно создано, где почва для конфликтов очень хорошая в материальном мире? Варны. Варны не равны. Да, мы еще изучаем ашрамы. Вот это варны, браманы, кшатрии. А еще есть ашрам. Тут идея в том, что Вишвамитра потом встал на духовный путь. Под руководством Васишти, смотрите, как нужда оказался. Потому что а как иначе? Если вы встаете на духовный путь, вы должны куда пойти? Духовные силы, которых раньше вы избегали или критиковали святых людей, или считали, что их вообще не существует. Но если вы хотите встать на духовный путь, вы к ним вернетесь все равно. Которых вы раньше критиковали, избегали. Или не верили больше всего им, считая их обманщиками. Вы придете все равно к ним. То есть что же нас объединяет? Духовные цели. В этой истории все это очевидно. А тот, кому суждено быть убитым, будет убитым в любом случае, неважно кем. Брахманы это прекрасно знают. Вот человек умирает. И люди всегда спросят, от чего умер человек? А всегда спросят эти вещи. Потому что они думают, это случайно произошло. Ах, сердце остановилось. Вот в чем дело. А врачи лечили его от язвы. А у него сердце остановилось, как моя тетя. Ее лечили от порока сердца, умерла от цирроза печени. Ох, врачи какие, а! Так люди думают. Да, вскрытие. Но умирают все равно. И люди вообще не понимают вот этой вот вещи, что существует просто смерть. Ни печень, ни сердце, просто смерть существует. А потом уже печень и сердце нужно рассматривать. Ах, если бы не сердце, он бы жил. Да не жил бы он, потому что смерть пришла. Смерть-то пришла, причем тут сердце? Они не видят, где смерть. При этом все умирают, очевидно, а где смерть? Не видят. Странное вообще сознание людей. То есть те люди, которые жили до нас, вот в те, да, когда была сильно глубокая религия у людей, вера, они не боялись смерти, они наоборот отдавали свою жизнь ради дхармы. Они постоянно сражались за дхарму. Вся история записана. Сражались за дхарму всегда. Никто не отстранялся. Это было главное предназначение человека – сражаться за дхарму, особенно воинов. И вот Вишвамитра сражался за дхарму тоже. Гору эту взять на благо всех живых существ. Почему она должна принадлежать только одному браману? Несправедливо же. Обмануть. Он никогда в жизни не обманывал. И говорится, что вот когда он это сказал, его стопы в первый раз коснулись земли. Но если он сделал это по поручению Кришны, по повелению, почему тогда его стопы коснулись земли? Не потому, что он солгал. Нет. Это другая версия. Две версии существуют. Одна версия для людей, которые не верят в Кришну. А другая версия для тех, кто верит в Кришну. Почему же Юдхиштхира, значит, стал касаться земли? Одни говорят, потому что он солгал. Ну и понятно, теперь касается земли, из-за лжи. А другие говорят, нет, потому что он ослушался Кришны. Он не хотел лгать, он на самом деле не солгал. Ведь он сказал про слона. Но когда он сказал слово «слон»,
Кришна затопил раковину, никто не услышал слова слон. И получается, что он солгал. Но он не солгал, он наслушался Кришну. Что Кришна начинает, сказал, скажи правду, скажи. То есть обмани их, он сказал, предложил. Он отказался обманывать, поэтому он стал касаться земли. Так что две версии, мы выбираем одну из них. Либо две сразу. Хари Кришна, примите мои поклоны. Немножко такой отвлеченный вопрос, он больше связан с отношениями с преданными. А скажите, это нормально, вот когда между преданными возникает какое-то соперничество легкое? Но это не такое соперничество, как просто в мире, потому что оно связано с тем, чтобы ну, как-то сделать там какие-то заслужения, там, допустим, соперничество, чтобы как-то быть поближе к вам, чтобы лучше послужить Кришне. Вот это нормальное явление. Как это делает жизнь интересней. Да. Да, так скукота же. Скучность будет правильно, хорошо, красиво, все тошнотворно станет. Едем в поезде в Индии. Зеленые поля, там яркие такие зеленые поля, знаете, рисовые. Где-то манговые деревья, там еще такая индийская, значит, вот идиллия. И два, значит, барана в поле. Два только. Такое большое поле зеленое, значит. Два барана, и вот они вот так вот стоят друг перед другом и отступают так вот назад, лицом друг к другу. Я думаю, что это такое, что сейчас будет? Отступают, отступают, вот так вот подпрыгивают, потом разгоняются и ба-бах, значит, рогами, лбами. Аж вот так отскакивают назад, падают. И снова так подходят, а так вот отходят. И борются за поле, за траву, за пучок травы. То есть там целое поле травы. Но это делает жизнь интересной, понимаете? Бойцовские бараны. Очень интересно наблюдать. А главное, что видно, что они это делают. Два соперничают, остальные наблюдают, им же интересно, обсуждают все это, понимаете, они задают вопросы на Бхагаватам, потом жизнь какая-то начинается. Важно не совершать оскорблений. Соревнования, соперничество, это в природе есть у людей. Арджуна и Карна, они соревнуются, соперничают, например. Бхимасена тоже с Дурьотханой соперничали в силе. Где-то примерно равный. Или Джара Сандха, он говорит, вот мой соперник настоящий, это Пхима. Они с ним сражались. Такова жизнь земная. Мы должны бороться. Век Кали – это век борьбы. Мы должны бороться за сознание Кришны. За свое преданное служение. Не быть пассивными. Просветление не придет, если просто мы пассивными. Тамас придет. Потому что век Кали. Если будете практиковать пассивную медитацию, погрузитесь в тамас. Нужна борьба, нужна активная деятельность. И, конечно, в этой деятельности есть какое-то соревнование, какое-то соперничество, это природа вещей. Но избегаем оскорбления при этом. Спасибо. Он просит его солгать. А, и Юдхиштхира, вот как вот понять, что Кришна хочет? С одной стороны, он прямо говорит, солги. С другой стороны, у него же есть дхарма, и он думает, может быть, это проверка от Кришны, и может быть, мне не стоит врать. То есть как определить, что хочет Кришна в такой сложной ситуации? Кришна хочет, чтобы преданный был привязан к нему, а не к дхарме. Сарва дхарма паритяджа. Оставь все дхармы. Предайся мне. Вот что хочет Кришна. Это в Гите он говорит. А Юдхиштхира в это время был привязан к своей как бы правдивой, да, вот, природе. Он был обусловлен этой правдивостью. Самая высокая правдивость в мире за всю историю как бы, вот, Земли – это Юдхиштхира. И, конечно, она связывала его. Поэтому Кришна говорит, а солги, тебе поверят. Если ты солжешь, никто не усомнится. Тебя понимают как правдолюбца, вот абсолютно, значит, ты правдив. Если ты солжешь, тогда Дрона поверит. Потому что когда Пхимасену попросили солгать, он сразу пошел и солгал. Он Дрона спросил, а кто это говорит вообще? Пхима, я ему не верю вообще. Пхима может солгать. Он, не... Видишь, говорит Юдхиштхира, ты должен солгать. Не буду, он говорит.
Ну, говорит, тогда, Пхима, иди убей этого слона. Одну тезку. Ашватхаму. Про слона скажешь, ты считаешь, что слон убит? Я скажу. Про слона скажу. Правду скажу. Пхима тут же пошел булавой и скрошил этого слона. Вернулся, сказал, все, слона нет, убит. Боевой слон, знаменитый, убит. Теперь нужно провозгласить. Ютиштира, твоя очередь. И он стал говорить. Внимание, внимание. На поле битвы. Ашватхама убит. И нужно сказать слон в конце. Так строится предложение на санскрите. Ашватхама убит. И Кришна раковину задул. Все покрыло этот звук. И слово слон никто не услышал. Вот и все. И тогда Дрона сказал. А кто это сказал? Ютиштира. Значит, это правда. Так они победили Дрону, а иначе они не смогли бы победить его. И Кришна при этом он дал много, большой урок. И вот Иштира он понял, что нужно быть просто преданным Кришне полностью. А не преданным просто правде какой-то. Житейской. Правдивость вообще нужна. Правда. Но высший смысл, высшая как бы истина в том, что в материальном мире правды не существует. Смотрите, этой правдивостью Ютиштиры, как марионеткой пользовались Шакуни и Дурьотхана, и всех обманывали таким путем, его правдивостью. То есть какая цена такой правды? Поэтому Кришна говорит, солги. Я тебя прошу, высшая истина говорит. Вот в чем как бы правда. Делает то, что говорит высшая истина. Этого Бхагавадгиту не понимает материалист. Говорит, как это вот Кришна говорит, убей своих родственников Арджуни. Что это за священное писание вообще? Такой у них вопрос постоянно. Они не понимают, в чем как бы причина страдания этого мира, что как раз эти родственные свои связи и есть причина главное страдания в этом мире. И Махабхарати уже описывается, как это происходило, каким образом они сражались, близкие друг другу люди, да, как Бхишмадев, Арджуна, например. Не из гнева они сражались, не из ненависти сражались, а на платформе Дхармы и Адхармы находились. При этом они сохраняли теплые, любовные отношения семейные. Сейчас у человека в голове такого не укладывается. У них нет такой любви вообще. Я думаю, самое тяжкое – это убить какого-то родственника. Но Ачинакапанди сказал, что самые близкие ваши враги в этом мире – это ваши родственники. Самые грабители – это ваши близкие родственники. Грабитель подходит и говорит, дай деньги. Жена подходит, давай деньги сюда. И вы думаете, нормально, очень хорошо. Потом в конце жизни выясняется, что вы всю жизнь давали деньги, а потом вы не нужны никому. Вы брошены. Вот, на материальном платформе вот что происходит, если там нет духовных знаний и отношений. То есть это грабители были ваши, на самом деле. Поэтому Кришна убей, говорит, этих людей. Они все положили начало злу в этом мире, цивилизацию. Они разрушают всю цивилизацию. Это вы родственники. Но они причины разрушения цивилизации сейчас стали. Твой долг кшатрия – исполнить долг. Он не говорит, разлюби Бхишму. Он говорит, нет, нет, ты так же любишь Бхишму, так же любишь своего деда. При этом. И что же взвесить, что же нужно? Любить деда и позволить миру деградировать? Как Дхритарашта это сделал? Из любви к Субхасунду Дурьотхане попустил все грехи ему, потому что это свой сын, понимаете? А не чужой человек. Вот тут взвесить, что нужно делать? На благо всех других живых существ действовать, либо для удовлетворения собственных родственных чувств. Вот что взвешивается по Бхагавадгите. И для этого нужно обладать знаниями, иначе это перейдет в ненависть какие-то низшие энергии, такие действия.
И Арджуна услышал Бхагавад-гиту. Он не руководствовался ненавистью, как Дурьотхана на поле битвы. Он фактически никого не убивал. Он исполнял свой долг дхарму. Кишмадев его не обвинил. Дроначарь его не обвинил. Все его только прославляли. Его учителя, его дед, его все прославили в конце. Удивительная история. Гурудев, а можно я еще уточню? Вот, а получается, когда они сражались, и вот это вы сказали, они не убивали из ненависти, они убивали, сражались за дхарму. То есть это какая-то осознанная работа с мотивацией, или это спонтанно в них было? Арджуна находился на духовном уровне. Он мог это делать, сражаясь даже. Он был выше обычных брахманов, которым нужно было уйти в уединение, чтобы находиться в сознании духовном. Арджуна был спутником Кришны, воином. Для этого он перешел с Кришны вместе, спустился, чтобы установить дхарму, как кшатрий. Не как браман, как кшатрий. Во всех воплощениях Господь переходит в семьи кшатриев для исполнения долга. Только Чхан-аватар, Господь Читания, приходит в семье брамана. Ваманадев. Он, да, он браман, но он сын как бы Адити. Это мать полубогов. Она тоже породила правящий класс. Ну да, он пришел как браман. Ваманадев. Спасибо. А вот был вот этот такой персонаж, как Шакуни. Даже говорится, что все вот эти вот неприятности, которые доставил Дхритарашта и Дурьотхана доставил пандавам, он как бы все это подготовил. Да? И вот, по-моему, то ли в последнем, то ли предпоследнем вот этим сериале Махабхарата, я уже не знаю, какой он там, говорится, что он практически был вот первым вот этим идейным соперником Кришны. Не могли вы вот про Шакуни рассказать чуть-чуть? Про Шакуни? Да. О нем удивительная история. Сейчас подробно. Йокиан, помнишь? Расскажи. Да. Вкратце они гостили. Это родственники супруги Дритараштры. И они гостили и у них там в Хастинапуре. И он как-то пошутил над Дурьоданой не очень хорошо. И Дурьодан сказал: я отвезу вас в народ, они где-то жили за горами, и сделал им ловушку. Он весь этот народ в пещеру и закрыл. И давали им порцию на одного человека, кажется. И они выбрали самого хитрого, кто сможет отомстить. Это Шакуни. И вот эту порцию ему отдавали. И когда он ел, он смотрел, как сначала умерли дети, потом женщины, и потом и самый старейшина, который остался последний, он сказал: вот из моего бедра кости сделай игральные, и они будут тебе выдавать нужное число всегда. Он один выжил, выбрался, вернулся в Хастинапур. Дурьодан его увидел и подумал: опа, сейчас раскусят, что я сделал. А он сказал: какие-то разбойники нас поймали, я не знаю, кто это сделал. Помоги. И Дурьодан понял, что он ничего не знает, хотя на самом деле знал. И вот такая месть была. Ну, я вот так слышал эту историю. Да, он хотел уничтожить. Он мстил за сестру также, как, что выдали Гандхаре, да, за Дхритараштру, за слепого царя. Она не знала, что он слеп. И они сказали об этом. Махабхарате описывается, она была у себя во дворце, когда вот кортеж с женихом стал подъезжать уже к ней, чтобы забрать ее. Уже все было решено, что приехал ее как бы, ну, жених. Все уже решено это было. И Гандхари, она была в своих покоях и услышала это, вот, эти звуки торжеств. Поняла, что едет жених, спросила служанку: выгляни в окно, посмотри, как он выглядит, мой жених. Я его не видел никогда. Служанка посмотрела, сказала, он говорит, выглядит как полубог. У него проявлены хорошие качества, ты видишь? Да, говорит, все достоинства проявлены, все признаки его поведения, движения, то есть его вот эти качества, они видны.
У него, говорит, все достоинства есть, только один недостаток. И Гандхари спросила, какой? Он слеп, говорит. Она узнала это в этот день. И сразу завязала себе глаза. Когда Шакуни узнала, что его сестру выдали за слепого царя таким вот путем, обманным, да, он уже не мог этого терпеть. И во всем был виноват Пхишмадев с его стороны. Потому что они боялись Пхишму все. Пхишма был очень сильным воином. Все боялись Хастинапура, потому что он мог убить человека, войско, одной звуком тетивы. Без стрел. Все ложились, и все. Он был ученик Парашурамы, что вы хотите. Он Парашурама победил, потому что к нему пришли мантры еще с прошлой жизни, когда он был этим одним из восьми Васу. Он с уровня полубогов пришел. Проклял был мудрецом. Когда он сражался, там целый месяц они сражались с Парашурамой, и он понял, что не может победить своего духовного учителя. К нему пришли семь братьев Васу ночью во сне. Сказали, вот те мантры, которые ты забыл просто, эту мантру не знает Парашурама. Завтра ты победишь его. На следующий день победил Парашурама. Но когда он пустил это оружие, то полубоги закричали сверху Васу, как ты можешь пускать это оружие в своего учителя вообще? Ты нарушаешь дхарму, это великий грех, убить, это значит гуру, гуру-друха, это серьезное оскорбление, в ад пойдешь. Нельзя поднимать руку на духовного учителя. И он мантрами стал возвращать это оружие и вернул это оружие. То есть он его выпустил, Парашурама говорит, что он выпустил оружие, а потом его вернул и сказал, я побежден. Они обнялись, расплакались. Он был очень доволен, что ученик такой великий у него. Но Амба так осталась незамужней. Вот в чем дело. То есть и у Кишмады было столько проклятий по этой причине, что его использовала эта вот адхарма постоянно. Тувичи Травирья, это слабый царь, который не мог даже сам жениться, себе невесту завивать. Все Пхишмадеву подставляли. Это Сатьявати, это супруга Шантану. Вот, она пользовалась защитой Пхишмадевы. И так это дальше пошло. Потом этим воспользовался Дритараштра, потом воспользовался Дурьотхана всем этим. И Пхишма попал в западню. Но у него было одно благословение отца, что он сам выберет день своей смерти. И он всю жизнь мучился и хотел умереть, не знал, как и когда. И на Курукшетру он уже как к избавлению пришел. Поэтому сказал Пандавам, завтра вы меня убьете. Пришли со советом и сказал, я с удовольствием, я скажу, что нужно делать. Тут есть та амба, она перевоплотилась, сейчас это же Шикхандин. Вот я знаю, что эта женщина, не подниму руку, его возьмите, выставите вперед себя, я не смогу сражаться, так вы меня победите завтра. Сам назначил день смерти свой. Страдания, да, Пхишмадев – это самая сильная личность Махабхараты. Но, говорится, Гандхари не уступала ему в силе характера. Она всю жизнь была с завязанными глазами, не открывала глаз. И она пережила потерю 100 сыновей. Всех. Одного за другим. Значит, она прокляла Кришну после этого. Хоббит одного мне оставил сыном, но ты всех забрал. И Кришна понял ее проклятие, но входила в его планы. После этого Гандхари сказал, зачем я это сделала? Нет, нет, все правильно, Гандхари. Я принял, все хорошо. Так будет, как ты сказал. Видите, какая сложная история. С материальной точки зрения вообще непонятная история. Никак. Все голову ломают на Махабхарате, что это за история вообще. Изучайте Бхагавадгиту, все будет понятно. Сейчас люди все боятся смерти, и главная задача не просто выжить как-то. У всяких философий это выживание. Нет дхармы.
нет другого смысла, как-то просто выжить. Любой ценой выжить. За счет кого-то или как-то, неважно, лишь бы выжить. Ни один воин на Курукшетре об этом не думал, выжить. Хорошо, Шрила Прабхупада, ки джай. Шрила Гурудева, ки джай.